представляйся. Билет имеется? Удостоверение ваше. Вот с этого надо начинать. Представляйся. Надо начинать с этого. Представляйся. А не просто так. Значит, представляйся. Стоять. Вот только что вот этот ваш сотрудник трогал меня за руку. И что, вы не имеет права. А вы не имеете права без билета. Мы сейчас о другом говорим. Не надо. Вы сейчас о другом. Только что человек трогал меня за руки. Вы меня сюда толкнули, схватили меня за сумку. Чего? Только что. Вы сюда забегали, схватили меня за сумку. Да что вы говорите? Уберите руки. Уберите руки. Не рвите мне футболку. Вы не сопротивляетесь. Так уберите руки. Я не хочу. Ваша, прошу. Вот меня только что так же задержали. Я понимаю очень хорошо. Ваше удостоверение. Вызывайте полицию. Полицию вызывайте. Вот на этого человека я буду писать заявление. Да. Вызывайте. Я на вас сам буду писать заявление. Вы забежали, схватили меня за сумму. У вас все зафиксировано? Зафиксировано. Ну вот и поговорим тогда. Зафиксировано. Да. Знаете что? Вызывайте полицию. Во-первых, я с вами сейчас не буду разговаривать. Это первое. Я с вами буду разговаривать. Я не буду. Я буду с вами разговаривать. Что вы за производство? Билет свой предъявите, проездной документ. Вы законы живете, вы понятие. Какие законы, не понял, о чем вы говорите? Понятие мы живете, либо закон. Вам какая разница? Вы послушайте, молодой человек. Расслабьте. Подожди. Я не буду вам ничего предъявлять. Вот у вас есть? У вас требую предъявить. Нет, без вас покажу. Им покажу. В смысле? А вы ко мне подошли? Предъявите ему там проездные документы. Я ему все предъявлю, но не вам. Предъявите. Хорошо. Тогда удостоверение его. Могу я. Мое? Да, давайте. Я, да. Вы мне предъявите. Да, да. А что вы начинаете концерты? Бери Василий, да. Я дрожу, потому что тут произвол устроили. Четверо человек. Может, не бегаете, спокойно. 1-6-5-5-8. Так, а у вас юридическая компания? СПК юридическая? А так вы считаете? Конечно. Как вы считаете? Определенно. Так, да. Смотрите, у вас есть юридическое лицо, правильно? Стоп, стоп. Я спросил про ваш проездной документ. Я буду предъявлять только человеку, который имеет на это право. Понимаете? Больше нет билета. Вы перебежали из первого года. Это я не с вами буду сейчас разговаривать. Я с вами не хочу разговаривать. Вы живете по понятиям. Я буду писать. Я буду писать на вас заявление и все поговорим. Вы знаете, что сейчас мы сделаем по-другому. Сейчас мы поедем в железнодорожный выход. Мы там парим. Давай прямо сейчас. Давайте.
У вас есть значок. Терминал. Все, у вас есть. Но у вас нет самого главного. А если оно вам понадобится, и вы захотите обратиться, пожалуйста. Я хочу. Я у вас спрашиваю. Я сейчас по бойцу могу Покажите. На основании чего предъявляете такие требования? Потому что у вас юридическая компания. Покажите, вы понимаете? Где написано, что я должен вам. Вы не должны, вы обязаны это делать. Выходите, говорю. Куда я выйду? Никуда не выйду. Я выйду только по закону, а не по понятиям, как вы живете сейчас. Вы стоите, преграждаете путь по Конституции Российской Федерации. Вы это просто право не имеете дела. Вот вы стояли вот тут вот. Я стоял, как он преградил путь? Таким образом. Я шел. Вы шли меня направо. Так правильно, зачем вы нам на пути стоите? Я вот здесь меня толкаете. Я не толкаю вас, я захожу по поклон. А вы меня целенаправленно толкнули, вот камера, я на вас вот буду... сумка, во-первых, там деньги. Вы то хотели сделать похищение денег через... руки распускаете? Как я распустил? Вы увидели, что я камеру достал. Что? Если бы что? Этой камеры не были, вы бы тут самосуд устроили. Это ваши, только, не знаю, мысли где-то, что там что-то бы было. Ну, конечно, мои мысли. Ваши мысли? Ермаков Роман, я вам все сказал. Я на вас буду писать. Не бездарничьи, не писать, пишите. Заявление я в полицию. Я на вас тоже ничего не будете писать, молодой. Всего вы не будете. Потому что вы... эту комедию устраиваете для того, чтобы бесплатно проехать. А вдруг я с билетом? Да нет у вас билета. Вы не имеете. Ну, вот там напишите заявление. Что напишите? Что вы распускаете руки и стоите? Где у вас побои? Конституция Российской Федерации. Знаете, вы не имеете права не прикрождать. Конечно. Нет. Это вот, вот тут вот. Вот смотрите, красная рука. Красная рука. Ай-яй-яй-яй. Что вы мне тыкаете? Камера что же есть? Почему вы тогда камеру мне... Почему? Это публичное место. Как Конституция Российской Федерации читаю. Вы клевета, знаете, что вы по понятиям живете или по закону? По понятиям или по закону живете? Что за вопрос? Потому что. Я что, на зону тут зашел? Вы по понятиям живете? По закону я должен обязан предъявить документ только человеку, который покажет мне доверенность от юридического лица. Ну в смысле? Откуда вы имеете право? Чего вы это сделали? Чего? Откуда родились так? Откуда вы родились? Откуда вы? Из чего это взяли? Откуда информация? Потому что это по закону. Где закон? Статья рядом, не знаю, что это, где написано. Вы сами все прекрасно знаете. Я не знаю, вы видите, мне нужно ваше доверие. Какая доверие? Да, у вас юридическая компания, понимаете? Вот если вы что-то предъявляете, вы должны знать, я не знаю, на что это ссылаться. А вы просто болтовой занимаетесь. Нет, доверенности. На какой закон гласит, я должен вам написать доверенность? Что обязан? Обязаны, я говорю, сначала книжку умную почитайте, а потом начинаете здесь что-то излагать свою мысль правильно. А где-то вы шапку прочитали или где-то услышали? Вот вам нужна доверенность. Ничей не подкреплено просто своей какой-то женской логикой. Должна быть доверенность. Это просто грубо. Или ребенок, или девочка, или логика непонятна. Неадекватный человек. Неадекватный вы, когда руки распускаете. Отсюда надо. Полномочия представителя компании имеет право здесь находиться. А вы кто? Потому что у вас нет документа, подтверждающего ваше нахождение. Покажите ваш документ. Я предъявлял вам документ. Не вы предъявляли. Человек вам предъявлял. Какой человек? Вот, Василий. Я не знаю. Вы сейчас ко мне нанимаете. Вот вы интересуетесь документами, вы все спрашиваете. Да. У меня есть документ, пожалуйста. А доверенность у вас есть? А доверенность у меня нет. Руслан Александрович, подождите, да, Руслан, я не успел. 18303. 18303. Да. 0065. Что еще? Все нормально? У меня не будет ее никогда, потому почему? Что вам не надо доверить. Обязан, потому что вы хотите ехать бесплатно. А вы обязаны доверить. Вы хотите сказать.
вами ехать бесплатно. А вы знаете, что бывает, если я камеру не вытащу? А я уже вытаскивал. Да, конечно. У нас точно камера такая же. У вас ничего не записывает. У нас все записывает. Смотрите, я как-то ехал без камеры. И знаете, что было? Что? Вот такие вот добрые молодцы взяли меня, будучи, и вывели. С билетом, да? Да, с билетом. С билетом его вывели. Так потому что вы не имеете права спрашивать меня. Вот, господа, пожалуйста. Едет за ваш счет, и все права качать. Ну, если за ваш счет. Я же должен продать, чтобы не иметь права купить видео. Конституция Российской Федерации, читаете? Выходите, выходите, молодой я человек. Я не выйду. Не отколупывайте нам голову. Вы сейчас находитесь здесь незаконно. Давайте. Я законно здесь нахожусь. Либо документ предоставки, акт вам. Кому предоставить? Нет. Вы не имеете права мне спрашивать. У меня есть акты, которые я вам могу предъявить. Не нужно мне ничего. Это ваши, ваши документы. Да. А это вот это ваш вагон, да? Какая разница, это общий вагон. Вагон, который принадлежит компании. Какой компании? ЦППК, правильно. Юридическое лицо. Сомневаетесь в этом? В принципе, да. Что-то вы себе противоречите. Да, я сомневаюсь в этом. Чего это? Да не имеете вы права здесь. Да имею я. Вы не можете. Что вы взяли? Потому что нет у вас билета. А я вам говорю, что у меня есть билет. Не признаю документов, ни билета, ничего нет. У меня есть билет. Нету. Да? Вон у людей, которые есть, они спокойно. Я вам говорю, я предъявляю только тем, кто имеет право это делать. Да потому что незаконно они делают все это. Да. Должны по закону работать. Я был на вашем месте, я вам сказал. Незаконно. Что вы веселый такой, я не понимаю. Потому что вора такого вижу, интересного, который вот доверенность, продоверенность. Да потому что по закону живем, а не по понятиям. По закону вы обязаны иметь билет. Что, где-то на ИВС, что ли, покупали? По закону, по понятиям, какие понятия, какие вы понятия говорите? Я говорю, а каких закон. Понятиях вы говорите? Ну, какие вы требуете билет? Вы даже слова не знаете, не представляете, что вы по понятиям. Вы даже не произносите его вслух. Представляю.
видел. То, что вы трогали меня, я тоже напишу. Превышали свои должностные права. Я тоже напишу, как вы меня трогали. Хорошо. Ой, это мой. Не дотрогали. Затронули. Здравствуйте. Ну, маму, я не знаю, не стыдно или еще говорить? Нет, не стыдно. Где воспитывали? Какие? С чего такие вопросы? Где воспитывали? С чего такие вопросы? Интересно. Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Первый раз встречаюсь. Вроде обычно такое первый раз, здесь люди более такие, скажем, какие? Ваше оценочное суждение. Мое оценочное суждение. Я думаю, правильно. Выходите, выходите, не стоит. Я все сказал. Я вам тоже говорю. Не перестану повторять. Вы не имеете права здесь находиться. Не имеете. Я требую доверенности. Вы не требуете доверенности. Требую доверенность по закону. Вы просто несете какой-то бред. Юридическая компания. От юридического лица работаете? Ну, работаю. От юридического лица? Перевозим пассажиров. Значит, человек, оказывает самое главное, услуги перевозки должен из вам пункта А в пункт Б. Услуга? Да. Ладно. Хорошо. Это записано в законодательстве. Осуществляется на основании договора, который вы заключаете с нашей компанией. Основание этой проверки у вас какие? Естественно. Все записано в федеральном законе номер 18. Вы этим сейчас законе, скорее всего, про местную учетную доверенность, вы видите, должны предъявить обязанности. У нас должна быть форменная одежда, аппарат для проверки. Мы представляем компанию, мы носим фирменные знаки компании, носим специальные приборы для проверки. И по закону вы должны... По закону вы не обязаны иметь это доверие. Как гражданин Российской Федерации. Это не права, это мелкое мошенничество. С чего вы взяли? Да вот потому что так мелкое такое
мелкое мошенничество. Я с вами не согласен. Ну а что в этом экономике? 200 рублей, разве много? Для кого-то, не знаю, откуда вы едете, куда едете. Для кого-то может быть и много, для кого-то мало. Для вас явно мало. Для вас это много, да? Вам легче так вот стоять, брать и ехать, да? Кучина, осторожно, двери закрываем. Я не успела.